Thank you.
Рассказывай. Винтовка была для снайпера по имени Дракос, если я не ошибаюсь. Но заказчиком был кто-то другой, я точно помню. Кто? По-твоему, передо мной отчитывались? Кончита, это винтовка для Рональда Рейгана. Нет, мне ничего не рассказывали. Но я помню, этот заказчик был с Ближнего Востока. Что еще? Поставки шли из Ливана. Мы везли оружие контрабандой. На египетском торговом судне в американский порт. Подробности я уже не помню. Но в Ливане этим занимался один солдат. Как же его звали? Ах да, Фарид. Ахмед Фарид. Помощник того араба. Зря я тебя вытащил. Это все, что я знаю. Мне почти ничего не рассказывали. Мне было всего 20. И что теперь? Убирайся. Вайс. Бери ручку и записывай. Снайпера в Никарагуа звали Дракос. Винтовку ему доставили из Ливана. Грузом занимался некто Ахмед Фарид. Фарид? Да, знаю такого. Постарайся узнать, кто такой этот Дракос. Сейчас же начну. Я займусь Фаридом. Где его искать? В Бейруте. Спасибо. Приветствую вас. Не желаете говядины? Свежее мясо. В самый раз для кебаба.
По этому проводу можно перебраться через баррикады. Отлично. Я в штабе. Теперь назад, в центр пропаганды. Нужно отправить фото по факсу.
Здание с охраной у входа. Это центр пропаганды с фотографией. Кажется, я его нашел. Мне некогда. Нужно найти факс и никому не попасться на глаза. Я отправил тебе снимок. Получил? Это он? Секунду. Да, это генерал Фарид. Спасибо, Майк. Иду искать его. Сегодня он за все заплатит. Стой, погоди. Это еще не все. Махмед Хасан Аль-Юсеф. И кто это, черт возьми? Это он отдает Фариду приказы. Дергает за все ниточки. Он тоже там сегодня будет. Махмед Хасан Аль-Юсеф. Как ты о нем узнал? Позавчера со мной вышел на связь наш агент. Он назвал его имя. У меня есть фотография. Погоди, сейчас отправлю. Готово. Должна быть у тебя. Получил. Спасибо, Майк. Снаружи стреляют. Не выходите из-под ван. Извини, я должен идти. Возьми хотя бы пистолет. Спасибо. Что
комната в доме напротив. Абдуль, это ты? Да, это я. Держись. Где остальные? Генерал... генерал ранен. Они унесли его в катакомбы. Я должен был... Снайпер все еще там. Берегись! Я умираю! Тебе помогут. Я пришлю сюда кого-нибудь. Как попасть в катакомбы? Кругом неверные. Да. Обойди их. Спустись в котлован. Там вход в туннели. Мне нужен врач. Ладно, я скоро вернусь. Держись. Отлично. Вот и туннель, о котором он говорил. Да.
За ним!